Huawei Nova S2 – очень интересный девайс по своим характеристикам от известного бренда и уже по неплохой цене, потому и был заказан. Ну что же, привет, друзья! И вот, наконец, я получил этого блуждайку, потому что посылку задержали на таможне. В Украине, как известно, беспошлинный ввоз, если сумма товара не превышает 150 евро. Маловато, конечно, но что поделаешь. И что бы вы думали, а ведь данный смартфон таки превышает. Я уже заказывал Укрпочтой, иногда задерживают, но чаще нет. Но в этот раз перевозчик Новая Почта. В Украине все знают ее и поговаривают, что частенько стопорят там посылочки. Налог это, конечно, хорошо, если мы знаем, что он пойдет куда нужно, что не факт, конечно. Но к налогу еще нужно заплатить 200 гривен за услуги брокера Новой Почты, который выступит посредником в растаможке. Так скажите, почему бы не тормозить посылочки, чтобы зарабатывать денежки? Конечно, мотивация есть для сотрудничества Новой Почты и таможни. В общем, 30% от суммы, которая превышает 150 евро, плюс 200 гривен Новой Почте. Что равно 35 долларам или примерно 2213 рублей. А если бы посылка шла почтой Сингапура, например, через Укрпочту, вы бы заплатили 715 гривен в случае, если бы стопорнули. Что с теперешней стоимостью в 260 долларов все равно дешевле, чем купить по месту. И что-то мне подсказывает, что вероятность задержания посылочки перед доставкой Новой Почтой выше. Но любят они зарабатывать на нас. В общем, друзья, кто с Украины, если берете товар, что превышает 150 евро, настойчиво рекомендую писать продавцу, что желаете доставку почтой Сингапура, Нидерландов, например. Посылка пойдет через Укрпочту. Вероятность, что стопорнут, меньше, а если стопорнут, то брокеру не нужно будет платить. Просто на почте платите налог. Зато при доставке Новой Почты из Китая у меня на таможне посылки не пропадали, что тоже хорошо. В общем, информация к размышлению. Ладно, теперь сам девайс. Распаковал на камеру прямо в отделении Новой Почты, чтобы посмотреть, не лазил ли кто внутрь. И кроме всего этого богатого комплекта, что бы вы думали, еще положил продавец? Конфету! Реально китайская конфета с иероглифами. Так, чтобы вы знали наперед, при покупке также требуйте конфету. Жена ее сразу отобрала, а я не любитель экзотики. К счастью, внутрь никто не лазил, телефон даже не был распакован. Продавец, как и договаривались, упаковал назад, прошив Play Market. Заплатил на месте за все это дело, но и дома в спокойной обстановочке продолжил изучать аппарат. Продавец, у которого я покупал, сразу положил стекло внутрь. Кстати, на момент записи данного видео у него самая низкая цена, без лишнего 260 долларов, за черную версию. На задней крышке нет надписи China Mobile, как у некоторых других. Плюс, по моей просьбе, установил Play Market и даже упаковали коробку назад. Рекомендую, если соберетесь покупать, то версию TL 2.0, так как есть еще версия AL 2.0. TL поддерживает больше нужных нам частот, LTE в том числе Band 3 и Band 7. Ссылку на данного продавца оставлю в описании. Тогда, когда я заказывал, он стоил 277 долларов, сейчас заметно дешевле. В общем, это не 400 с лишним баксов на старте продаж. 400 долларов он точно уж не стоит. Плюс мне уже вернулся кэшбэк 3 бакса. Заказывал через кэшбэк сервис, хотите пользуйтесь, ссылка там же. В общем, было бы нормально, если бы не таможня. Теперь давайте характеристики коротко. 6 дюймов Full HD, двойная камера 20 плюс 16 мегапикселей, фронталка целых 20 плюс 2 мегапикселя, да, тут их 4. Процессор Kirin 960, память 464 гигабайт, наличие NFC, USB-C и есть разъем по 3.5 мини-джек, что тоже очень хорошо. Поставляется данный смартфон в фирменной коробке, в которой смарт расположен боком. Достаем захлястик и вуаля, смартфон в руках. Дополнительно упакован в целлофановый чехольчик, распаковав который мы добираемся к этому красавцу. Ну что сказать, цвет серый. Выбирал осознанно, так как черные поднадоели. Да и отпечатки меньше заметны на сером, хотя и тут видно. Видимо, были еще китайские отпечатки, но я доставлю своих, чтобы обозначить, что телефон уже мой. В общем, смотрится красиво и дорого, тут, конечно, вопросов нет. Ну а оболочку эту я уже знаю, тут стоит Android 8 и MIUI 8. Экран на первый взгляд отличный, яркости вполне достаточно, углы обзора тоже видно, что хорошие, все стильно и красиво. Сразу смотрим, что USB Type-C, динамик, микрофон и вход по 3.5 мини-джек расположены снизу, и это отлично. Хорошо, что эта модель не унаследовала дурацких трендов типа отсутствия мини-джека или монобровь.
Рамки как боковые, так и нижняя и верхняя небольших размеров, и что примечательно, сразу наклеена защитная пленка, что хорошо. Теперь выставим язык. Один из плюсов данной конторы, что прошивки изначально мультиязычные и ничего не нужно химичить. Языков очень много, в том числе русский и ридно-украинска. Выбираем язык, перетаскиваем вверх и все, готово. Управление, как видите, реализовано очень удобно, за все отвечает одна кнопка, но и стандартные достать тоже можно. Яркость вполне комфортна, как верхний, так и нижний порог. Можно даже разрешение выставлять, оно тут максимально Full HD+. Ну теперь посмотрим, что в самой коробке. В одном из отсеков видим комплектный чехол с инструкцией, которую мало кто будет изучать. Ну и чехол. Обычный прозрачный силикон. Но это и хорошо, не хочется за непрозрачным чехлом прятать всю эту красоту. Вот так смартфон смотрится в чехле. И силикон полностью закрывает камеры, и они не будут царапаться, если вы кладете его на стол. Так, дальше. В отсеке побольше у нас блок зарядки на 5 вольт 2 ампера или 9 вольт 2 ампера. Ну и кабель. По идее должен быть скручен в этот целлофанчик, но он расклеился в пути. Вот так должно было быть. Кабель USB Type-C нормальной длины. Ну и наушники в комплекте, которые я уже протестирую в полном обзоре. Кстати, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Постараюсь сделать побыстрее. Как я уже говорил ранее, продавец установил Google Play, подключил Wi-Fi и вошел в аккаунт, и все работает. Но нет остальных сервисов, что не проблема, конечно, скачать через Google Play. Но теперь глянем на камеру. Их тут целых 4. На первый взгляд детализация неплохая. В данной распаковке я приложу в конце примеры фото и видео. Но детально все расскажу в полном обзоре. Напомню, что это распаковка и первое впечатление. В камере множество настроек присутствует. Ручной режим, в том числе, где и фокус, и экспозицию можно крутить вручную. Насколько это будет полезно, посмотрим. Видео может писать в 4К 30 кадров, Full HD 30 кадров и даже 60 кадров включительно, что тоже хорошо. Теперь звук. Динамик тут супер, скажу сразу. И громкость хорошая, и частоты. Нет режущих и пискляво высоких много. И вообще объем чувствуется, ничего не трещит. Тут сразу, конечно, ощущается качество. Но этого микрофон тапка, на который я снимаю, вам, конечно, не передаст. Но в обзоре я запишу звук на качественный микрофон. Потом я вставил сим-карты, чтобы попробовать связь и разговорный динамик. Сделал звонок, и динамик тут тоже очень качественный, но я столкнулся с проблемой. Контакты у меня на всех телефонах подтягиваются автоматически через Google аккаунт. Тут же этого не произошло. Зашел на форум 4PDA, понял, в чем проблема, и скачал патч от Google, что синхронизирует контакты и календарь. Перезагрузил, и все сразу подтянулось. Потому ссылочку на пост в 4PDA, откуда можно скачать эти APK файлы, оставлю в описании на всякий пожарный. Это 2 минуты времени, чтобы установить. Ну что, друзья, вот такой девайс на первый взгляд. Буду пользоваться, тестировать, смотреть, и я уверен, что будут и плюсы, и минусы. И, конечно же, полный обзор не за горами. А сейчас примеры фото и видео, что успел заснять. Так что до новых встреч, друзья, с вами был Андрей, канал Smart Plus, и всем пока! Видео Full HD, 30 кадров, стандартное. 4К, наверное, уже в полном обзоре. А вот Full HD, давайте посмотрим, как кошка ест траву. Full HD, 30 кадров. Балдеют они почему-то от травы. Кстати, лайк за белую кошечку.